Можно ли вместо вечерних молитв читать акафист? Да, можно. Я вообще рекомендую иногда разнообразить наше молитвенное правило, потому что когда мы постоянно читаем утренние и вечерние молитвы, то слова нам приедаются и мысли начинают отходить в сторону. Поэтому лучше иногда заменить молитвенное правило чем-то другим. Может быть, акафист почитать, может быть, каноны почитать, а потом можно опять вернуться к традиционному молитвенному правилу. Можно попробовать еще читать по-разному. Можно вслух, можно про себя, там быстрее, медленнее. Когда мы будем экспериментировать, мы сможем найти ту форму молитвы, которая подходит вам больше.